Ну вот, дорогие друзья, отличная сегодня у нас погодка. Ёжик. Не, какой-то ёжик. Смотрите. Вот это жаба. Не, наверное, это не лягуха, слишком огромная. Да посмотрите. Вот какой чудо-зверь вылез погреться на дорожке под мостиком. Смотрите, какая большая. На фоне руки. На сантиметров 20 от, наверное, от лапы до носа. Вот это квакуха. Никогда еще таких огромных я не видел. Обалдеть. Ничего себе. Дети давно хомяка хотели. Может, с собой взять? Да ну нафиг. Такая, наверное, еще и покусать может. Кстати, я помню, когда я был маленький, всегда говорили мне, не трогай больших лягушек, таких жаб, а то бородавки на руках будут. Не знаю, правда, не правда, как вы думаете? Ну-ка давай иди отсюда, не пугай меня, народ. Да, вышел на природку показать вам, как камера снимает. Так, представляете, такую жабу закинуть в какой-нибудь пионерском лагере, в какую-нибудь женскую комнату. О, бы там, да. Там бы сока, наверное, повылетали бы не только эти девчонки, там и мужики, наверное, поперли бы. Тебя, конечно, как увидел, все думал, ежик какой-то. Потом смотрю, как-то странно ежик ползет. Лысоватый ежик-то какой-то. Вот такие вот у нас в Финляндии. Чудо, лягухи проснулись. Первый раз такую огромную увидел. Видел всякие там, ну, лягухи, квакухи обычные там. Ничего такого, а тут прямо такая жаба-жаба. Ничего себе, хомячок. Морду-то наела где-то. Где она спала? Под мостом, что ли? Точно где-нибудь под мостом спала? А как вообще жабы зимуют? Кто-нибудь знает, как жабы зимуют? Напишите, пожалуйста, в комментариях, как зимуют жабы? Где они зимуют? Ну не под мостом же она ночевала, зимовала. Фиг его знает. Всем отличного настроения, кому понравилось, обязательно поделитесь этим видео, ставьте пальцы вверх. Всем пока-пока. Фух, вот так.